Статистика, как известно, знает все. 20 октября во всем мире будет отмечаться Всемирный день статистики. В нашем городе есть специалисты, которые занимаются сбором, анализом и обработкой различной информации. В преддверии праздника наша съемочная группа узнала, как проходят трудовые будни работников статистики. Статистика, безусловно, важна для всех областей жизни человека. Она затрагивает экономику, занятость населения, промышленность, сельское хозяйство и множество других сфер. Работа Конаковского отдела в первую очередь заключается в сборе и обработке статистической отчетности, которая в дальнейшем используется для установления целей и задач управления, составления прогнозов социально-экономического развития и многого другого. Мы работаем с различными предприятиями, индивидуальными предпринимателями, администрациями городских и сельских поселений, а также с организациями бюджетной сферы. Значит, в настоящее время происходит внедрение новых технологий, что дает возможность предоставлять статистические отчеты в электронном виде. Значит, количество таких предприятий, которое уже перешло на электронный вид отчетности по Тверской области, составляет 82%. По-прежнему большие объемы информации поступают в отдел в результате социологических обследований, в которых могут участвовать по несколько тысяч респондентов. Для сбора данных в ходе этих наблюдений используются планшетные компьютеры, что позволяет повысить качество первичных данных и сократить сроки получения итогов. Особое внимание Росстата уделяется обследованиям области социальной статистики, по которым характеризуются различные аспекты жизни населения. Например, в 2018 году в городе Конаково и Конаковском районе прошли такие работы, как выборочное наблюдение проведения факторов, влияющих на здоровье населения, выборочное наблюдение рабочей силы, выборочное наблюдение доходов населения и выборочное наблюдение рациона питания. Коллектив Конаковского отдела статистики очень дружный и сплоченный на протяжении многих лет. Все любят свою работу, поскольку в процессе анализа можно узнать много интересного. При этом заботу сотрудников всегда хватает. 4 человека обрабатывают более 250 форм статистической отчетности. Весь этот огромный объем информации необходимо систематизировать и направить в Тверь-Стат.